И снова здорово, друзья. Вот мы уже подготовили мышцы, да, всю шею растянули, последовательно все мышцы вокруг шеи. И размягчили их, размяли. И теперь сам прием. Приемы мы будем проходить дифференцированно, потому что многие делают просто вот раз, и там, в принципе, до четвертого, иногда и пятого, шестого позвонка все прохрустит в грудном отделе даже, да? Не только шею, но и в грудном отделе. В принципе, одним махом все можно решить. Но проблемы бывают разные. Мы прощупали остистые позвонки в этой позе, да, прощупали, посмотрели. Прощупали поперечные позвонки, то есть отростки, извините. Остистые отростки, поперечные отростки. На наклоны, на ротацию. Любым пальцем, каким вам удобнее, тем вы проверяете. Представили для себя 3D-картину, как позвонок и какой там развернут, да? Какой выступает, то есть при ротации, например, при часовой стрелке, он будет в противоположную сторону выступать немножко. И это будет, вот, поперечный отросток будет касаться пальчика, мы прямо этого почувствуем. И, соответственно, сам прием. То есть я уже показал, да, что прием делается на флексию, латерофлексию, да, и 45 градусов вот так крутим голову вовнутрь, чтобы нос находился на оси позвоночника, да. Вот в этот момент происходит сам прием. Но до этого нам надо его еще довести. То есть амплитуду задаем вот отсюда аж. Значит, прицелились, допустим, в седьмой поперечный отросток. Седьмой. Соответственно, будет, с этого не видно, да? Вот седьмой либо в шестой. Вот. Просто пальцем сложно. Вот эта часть, вот эта косточка, да? Уперлись. Зафиксировали. И расслабляем. Когда почувствуем, что он расслаблен, то туда прям продавливаем. Потом можно в шестой. Вот было, да. Потом в четвертый, третий. Также, да. Но удобнее даже сделать вот еще больше наклон. И вот так вот. Расшатали и вот щелкнул, да. Теперь второй позвонок. Вот прицелились, да. Чтобы прицелиться, нам надо немножко вот эту мышцу грудино-ключичную обойти. Чуть вот сюда. Вот. Далее в плечо распорка такая получается. Вот видите, распорка. И за затылок мы вытягиваем теперь в длину, вот туда. Вот тянем, еще раз, тянем, тянем, тянем. И потом одновременно толчок этой рукой и утяжение за затылок туда. Вот такой вот приемчик. Вот мне надо то же самое, только с другой стороны. Да? Ну это сейчас он сделает. Так, теперь смотрите. Второй позвонок, он очень сложный. Я вам говорил, да, что вот у него... Мы можем не нащупать остистый, но зато можно нащупать поперечный отросток. Соответственно, нам куда нужно повернуть череп? Вот он повернут вот сюда, да, в ту сторону. По часовой стрелке получается. Значит, туда мы отрываем череп, доворачиваем, стыкуем его здесь, и вместе они возвращаются уже на место, да? Вот, то есть нам надо ротацию сделать в ту же сторону, куда он повернут. Вытяжкой потом поставить вверх. Да. Значит, вот. Повернут он, допустим, вот сюда. Значит, в эту же сторону мы будем затылок вращать. Берем вот так вот за затылочную кость. Рука получается вот такая у нас. А вот этот плечом в височную кость будем толкать. Вот одна рука у нас вращает. Вот так, видите? А эта рука только помогает за челюсть. Прям не надо класть вот так руку, да? Аккуратно берегите лицо, любым пальчиком просто добавляем ротацию. Шатали, шатали и чик, голова. Слышал? Это было на флексию, то есть голова была вперед. Если нам не хватает этого, да, то можно сделать экстензию. Поворачивайся, двигайся до края стола, чтобы плечи совпадали с краешком. Не сюда, сюда, вверх. К торцу, к торцу. Торцу, тянись, тянись. Все, держим голову, мягко опускаем. Вот пусть она немножко отвисится, так буквально, да, 30 секунд, чтобы мышцы расслабились. Берем руку и то же самое. Вот присели, да, латероэкстензия и с ротацией туда. Есть небольшой нюанс. Если вам не хватает, вы чувствуете, не доворачивайте, да, вот в эту сторону, тогда в остистый теперь отросток упираемся вот этой рукой, которая толкающая, либо этим пальцем, либо вот этим, да? То есть вот прямо, то есть он упирает здесь,
Остистый, значит, сюда вышел, да? Вот в эту сторону. Вот упираемся прямо в остистый. Вот эта косточка, да? Прямо ее я вот доворачиваю туда. Чик. Опускаем назад и предлагаем человеку вернуться. То есть двойное, вы поняли, да? Остисты уперлись, толкнули, и череп сверху еще довернули за ним. Двойной такой получается, усиливающий эффект. Сейчас мы это теперь работаем друг на друге. Друзья, у нас очень интересно, такие приемчики уникальные. Только у Олега Алафагудина. Поэтому с вас подписка. И приезжайте сюда, тренируйтесь вместе с нами на наших тренингах. Пока-пока.